Ребята, всем привет! Как у вас дела? Мы готовимся к 8 марта. Ребята, смотрите, какие у меня тут тюльпаны. Тут 11 штучек. Я сама за ними сегодня съездила в магазин. Писала для вас много-много видео из магазина, но случилось так, что это удалить пришлось, потому что у меня уже не было места на телефоне. Карта памяти заполнена, телефон был заполнен полностью. Ребят, насчет цен. Стоимость тюльпана от 13 гривен до 28 гривен одна штучка. Многие тут продаются тюльпаны уже открытые достаточно. То есть они простоят где-то полчаса и все, можно будет выбрасывать. Я их купила практически закрытыми. Там были и те, которые были открыты. И мне продавец говорит: вам нужны вот эти тюльпаны. И показывает мне открытые. Я говорю: нет, мне нужны закрытые тюльпаны. Она говорит: нет, вам нужны именно эти. Я говорю: нет, дайте мне другие тюльпаны. Видите, как нужно настаивать на своем. Кстати, сегодня я ходила с красной помадой. Это такой психологический трюк для преодоления комплексов, страхов и всех остальных сдерживающих вас факторов. Например, если вы можете себе позволить красную помаду каждый день, то вы можете себе позволить или, так скажем, разрешить какие-то другие более смелые вещи. Попробуйте, напишите результаты. Вот это мои авторские кексики. Рассказываю рецепт. Тут творог, разрыхлитель, сода, сахар, щепотка соли, мука, одно яйцо. Тесто должно получиться как на оладьи. И также я сюда добавила промытый изюм. Также я еще добавляла немного растительного масла в само тесто. И смазывала формы дополнительно тоже. Выпекала в течение 20 минут, но нужно смотреть по вашей духовке. Очень нравятся кексики. По желанию можно добавить в тесто ванильный сахар, если у вас нет аллергии или еще чего-то такого. Ну все, всем пока-пока, ставьте лайки, пишите комментарии. Любые комментарии, даже хейтерские, я их не удаляю. Пишите свое самое ценное мнение.